добавить после Александра. Так что, может быть, тогда будут какие-то вопросы, на которые можно будет ответить, чтобы не повторяться. Федор Викторович, ну тогда да. Уж сразу направить вас в грустную давайте ноту, а потом всем будет весело. Вы возглавили, Денис Каменщиков и Тартас, вы возглавили после Золотухина, ну вот это же, наверное, эмоционально. Я сейчас больше про эмоцию спрашиваю. Это тяжко, наверное, было? Сразу согласились. Я понимаю, что вопрос глупый, да, может быть, но тем не менее. Принять решение, это, во-первых, ответственно. Во-вторых, я никогда ничем не руководил и считаю, что это очень действительно ответственно. Тем более, что такая уже была. С одной стороны, это уже хорошо и легко было вступать сюда, потому что здесь была уже такая хорошо отлаженная сеть. И тут практически такое ощущение, что руководить ничем не надо. Уже этот завод, который был создан и уже работал довольно хорошо, он и по сей день также работает. Но да, было непросто. Но Александр все-таки как-то убедил, и я попытался, чем обязательно эту тему помогать.